Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco. No sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Приветствую вас, меня зовут Ирина, и в качестве официального обозревателя Oriflame питательное масло для кутикул и ногтей. Этот продукт, которым я периодически пользуюсь, не скажу, что постоянно. В компании Oriflame выходят различные новиночки, масла, и если я не ленюсь, я использую такие масла для кутикулы. Почему? Даже если у вас очень красивые ногти, вы делаете маникюр даже на лето, да, используете как какой-то шеллак, гель-лак, то ваши ногти истончаются под ним, и надо ногти питать для того, чтобы когда вы сняли ваши ноготочки, сняли покрытие, то ваши ногти были красивыми, шикарными, невредимыми, а ноготь у нас растет вот отсюда, поэтому все питание мы делаем отсюда. Мне всегда говорили, что у меня красивые, ухоженные, шикарные ногти. Да, я сейчас делаю для облегчения себе гель-лак, но после того, как я снимаю, у меня точно такая же длина ногтей, форма ногтей классная, они не ломаются, потому что я всегда за ними ухаживаю. Что я делаю? При помощи вот такого масла, у нас еще было другое. Если вы хотите, чтобы любое косметическое средство достигло максимального эффекта, нужно кожу распарить. Первое, это я делаю очень часто после того, как приму душ, ванну, кожа распаренная. Либо специально делаю ванночки, где-то на 5 минут опустили ручки. Если у вас слабые ноготочки, туда же капните лимонного слоя, прямо из лимончика покапайте туда. Кроме того, ароматерапия приятна, и это укрепляет ноготочки. После этого мы наносим масло. Кто-то рекомендует ватной палочкой, кто-то вот здесь вот на кутикулу, то есть очень просто. И после этого в течение 4-5 минут вы массируете кутикулу. Это очень удобно делать, когда вы смотрите какой-то фильм, вы делаете массаж, вы не замечаете, как проходит вот эти 4-5 минут. Я не любительница обрезного маникюра, поэтому я беру просто деревянную палочку и отодвигаю кутикулу. Эта кутикула, после того, когда она смягчена, промассирована, питательные компоненты туда попали, она просто отодвигается, ногти шикарные. В это средство входит органовое масло. Это один из самых дорогих компонентов косметологии. Огуречная вода обладает смягчающими и заживляющими действиями, то есть защищает кутикулу от сухости и травм. Ну а вы пользовались таким средством? Если да, напишите в комментарии, как часто вы использовали и какой эффект вы получили. Пока-пока, до скорых встреч!